5 лет учебы на отлично. Именно с такими результатами студенты РУДН собираются вместе, чтобы получить из рук ректора грамоты и благодарности, а также признание товарищей и повышенную стипендию. 44-й по счету слет отличников прошел в праздничной атмосфере. Море эмоций и подлинный накал страстей. Иначе никак, ведь главный приз для одного из лучших студентов – автомобиль. Не могу ни с чем сравнить, потому что таких подарков, побед еще в моей жизни не было. И... поэтому невозможно сказать, с чем это можно сравнить. Но пока еще ощущения непонятные, очень такие своеобразные. И, ну, наверное, счастье. Просто пока его выразить, ну, полностью невозможно. Количество отличников в Российском университете дружбы народов постоянно увеличивается. Если в прошлом году это было 904 человека, то в 2019-м 1071 студент получил статус «отличник учебы». В последнее время большая часть студентов с пятерками – девушки. Еще со школьных лет они получают только отличные отметки. Я являюсь отличницей много-много лет. Я со школы отличницы, вообще с детского сада. Я не гений, я не суперталантливый человек. Я просто человек, который много работал над собой и с помощью этого достигла таких результатов. Быть отличником – это чувствовать себя полным. И, конечно, это человек, который достигает своих целей. Я как человек целеустремленный, и я всегда стараюсь добиться своих целей, и получается. Ребята не отстают от старательных и талантливых девушек, и у них есть свои рецепты отличной учебы. Выбирайте то, что вы любите. Вы хотите потом математикой, например, заниматься, хотите стать хорошим математиком, вы хотите стать политиком, хотите кем. Выбирайте правильное направление. Это очень важно. Отличники – это наиболее активные и организованные студенты. Они могут брать на себя ответственность и успешно справляться с разными делами, помимо учебы. Для студентов РУДН на стипендиях и признании сюрпризы не закончились. И один из отличников и ярких активистов Российского университета дружбы народов, Кирилл Богатырев, получил звание лучшего председателя студенческого совета Москвы. Ректор отметил еще со сцены то, что в этом году я, как председатель Объединенного совета обучающихся, занял одно из призовых мест в конкурсе на лучшего председателя студенческого совета Москвы. Учеба в Российском университете дружбы народов для победителей – это заслуженное переживание радости и восторга, как итога их упорной и продуктивной деятельности. Телевидение РУДН. Новости.